Я педагог-психолог 18-й школы Илийского района Алматинской области. В 2019 году в нашей школе ученики прошли психологическое тестирование по программе «Ресурс», по итогам которого в нашей школе было выявлено 3 ученицы, которые попали в красную зону со сложными психологическими проблемами. В январе 2020 года мы поехали на первую встречу с психотерапевтами Жанар Нурмухановной и Курмантаем Серикевичем. На первой встрече психотерапевты расположили к себе детей, и затем началась первая сессия. У нашей первой ученицы была выявлена такая проблема: родители разводились, и данный развод очень сильно повлиял на нее. После первой сессии девочка уже поменяла свое отношение к этой ситуации, была уже в хорошем настроении, улыбалась. То есть сессия пошла ей на пользу. Больше сессий ей не потребовалось. Со следующими 2 ученицами, с каждой из них было проведено по 2 сессии. У одной девочки были выявлены суицидальные мысли, но тем не менее сессии пошли ей на пользу, так как при повторном уже тестировании в этом году девочка не попала ни в красную, ни в желтую зону. Данные результаты очень обрадовали родителей, они были очень рады этому. И сейчас девочка обучается в 10 классе на дистанционном обучении. Никаких проблем, никаких жалоб на эту девочку больше не было. И следующая наша ученица была с проблемой буллинга в школе. Вот сейчас ей также потребовалось 2 сессии, которые проходили достаточно сложно, но тем не менее на нее повлияло это очень положительно. Сейчас она готовится к единому национальному тестированию, стоит перед выбором профессии. Мы с ней каждый раз общаемся, поддерживаем связь, но с такими проблемами, как у нее были раньше, она уже не говорит о них. Поэтому хочется выразить огромную благодарность вам, как психотерапевтам, и пожелать дальнейших творческих успехов. Я Ибрайкенова Бахты Каиртайна, педагог-психолог школы номер 6 имени Ануара Молдабекова Илийского района Алматинской области. Мы сейчас вот проходим курсы по проекту «Колда 2.0» при финансовой поддержке «Шеврон». Вот что я хочу сказать, мне очень понравился подход, экспресс-психотерапевтический подход «Генезис» для решения всех психологических проблем. В данное время вот у нас тренера Жанар Нурмахановна и Курмантай Серикович нас обучают. Вот что я хочу сказать насчет этого подхода. Раньше мы, допустим, психологи, принимаем родителей, учеников, учителей и пользовались своими методами. Это, как всегда, психодиагностика, психопрофилактика, консультации. А теперь это вот подход, психотерапевтический подход «Генезис» – это для нас, я думаю, для психологов золотая жила. Мы вот обучаемся и одновременно проводим, ну, применяем на практике. С учителями, также с учениками, даже с родственниками. И очень даже хорошо получается. Почему? Потому что человек, когда проходит этот подход, он умеет сжечь свои негативные эмоции, образы. Человек как бы стирает все с памяти, свои негативные эмоции, образы. И многие благодарят нас, что вот им легче стало. А я в свое время хочу благодарить, я очень хочу благодарить наших тренеров Жанару Нурмухановну и Курмантая Серикевича за ваше терпение, за ваше обучение. Это неоценимая помощь для психологов, я так считаю. Большое вам спасибо, творческих успехов вам. Здравствуйте, я педагог-психолог средней школы номер 41 имени Тукаша Бокина Илийского района Алматинской области Егизбаева Гульмира Мадиевна. Опыт работы психологом 6 лет. Как только я начала курс «Экспресс-психотерапевтический подход «Генезис» для решения всех видов психологических проблем, я заметила, что я меняюсь в лучшую сторону. Я нашла ответы на многие волнующие меня вопросы.
вопросы как в личной, так и в профессиональной сфере. Ушли мои страхи, ушли мои хронические болезни. Я стала увереннее себя чувствовать. Также дома мой ребенок, его здоровье улучшается день за днем. А главное, я осознала, что все наши неудачные опыты в прошлом блокируют все шансы быть успешными и счастливыми в будущем. Нас ни в школе, ни в университете не учили справляться с негативными эмоциями. Эмоциональная сфера человека – она самая главная составляющая. Все спрашивают меня, мои знакомые, которые видят меня вживую, в чем секрет моих изменений. Я им просто отвечаю, что я прохожу курс по психотерапии «Генезис Вера». Я очень рада, что имею возможность обучаться у вас. Также хочу отметить наших тренеров Жанара Даненова, Нурмухановну, Курмантая Серикевича и Баян тренера. Это для нас бесценный опыт. И в дальнейшем с педагогами, с родителями и с учениками я уверена, что мы также будем успешно проводить психотерапию. Спасибо вам.